Готовим кувырдак. Берем две большие луковицы и измельчаем 5 секунд на скорости 5. Опускаем все с помощью лопатки. Добавляем 70 грамм растительного масла и пассируем все 6 минут при 120 градусах на скорости 1. Добавляем 1 килограмм мяса, нарезанный кусочками, 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки черного молотого перца, 1 столовую ложку соевого соуса, 1 лавровый лист и 400 грамм воды. Перемешиваем все с помощью лопатки. Закрываем крышку, убираем мерную чашку и устанавливаем приставку варома. Картофель нарезать кусочками, посолить, поперчить и кладем в приставку варома. Находим рецепт обжаривания говядины полосками. Доходим до шага обжаривания. Увеличиваем время до 30 минут и готовим. По истечении 30 минут повторяем этот шаг второй раз. Наш кувырдак готов. Посыпаем по желанию зеленью. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Thermomix ваш консультант Айгуль.